Ну що ж, друзі, як і обіцяли, до нашої студії, до студії Нового дня завітали гості. Організатор флешмобу жіночності Антоніна Чапчай та Рибка Юлія, хореограф-постановник саме цього флешмобу жіночності. Вітаємо вас, дівчата. Флешмоб жіночності. Я розумію, що зараз жінки емансиповані, одягли штани і кажуть, ми такі самі, як чоловіки. Я так розумію, що ви вирішили трошки відійти від цієї тематики і нагадати, що ми все ж у першу чергу жіночки, дівчата і маємо бути милими та ніжними. Да, совершенно верно. Уже 8 лет подряд в один день, в одно время собираются девушки из разных городов, из разных стран. В этом году принимали участие 236 городов, 19 стран мира. Вот. И все желающие девчонки в красивых платьях, юбках собирались на площадях своих городов с цветами и проводили вот такой флешмоб женственности. Вот эти цветы, которые мы приносили с собой на флешмоб, мы потом дарили проходящим женщинам вот, с пожеланиями счастья, радости. Вот. Взагалі, яка мета цього флешмобу? Ну, вообще, цель, на первый взгляд, может показаться довольно-таки банальной, да, украсить собой мир, сделать его чуточку лучше. Вот. Но если участвует так много городов и так много девушек к этому стремятся, наверное, все-таки смысл есть достаточно глубокий. Вот, потому что действительно, да, как вы правильно сказали, сейчас женщины немного забыли о своей истинной природе. И такие условия создаются, и даже вот в нашей стране, когда женщины вынуждены работать, и приходить с работы домой, все, у них как бы программа окончена. И мы забываем о том, что да, мы должны быть красивыми, уделять себе внимание. И вот мы решили собраться и устроить такой праздник для себя, для окружающих. Я думаю, нам удалось. У нас была очень насыщенная да, программа. Мы даже поставили танец. И вот мне в этом помогала наша хореограф-постановщик Юлия. Юлия, хотелось бы дізнатися у вас, что это был за танок? Ну, на самом деле танец был достаточно простым, просто девочки, которые изъявили желание, не все имеют практику танца, не все занимались танцем. Передо мной стояла задача просто сделать добрый, приятный, интересный танец, чтобы все девочки, которые изъявили желание, смогли станцевать в нем. А сколько взагалі девчат взяло участь? В самом танце собралось, к сожалению, всего лишь 5 человек. Мы надеялись, что будет больше. Конечно, если бы было больше человек, было бы более ярко, фееричный танец. Але девчата сором'язливі. Да, очень стеснительный, и вроде бы все хотят, и при этом не все не могут сделать этот шаг вперед. Ну, я получила огромное удовольствие, когда ставила этот танец. Для меня вообще это дебют в таком виде. С подготовкой, с репетициями, чи можливо? Да, была репетиция, мы не так много, конечно, потратили время на этот танец. Мы около 2 недель собирались с девочками и ставили этот танец. Но, во всяком случае, он получился, и я очень довольна своей работой. Но у нас был очень красивый финал. Мы в конце запускали воздушные шары, вот, загадывали желания и отпускали эти шары в небо. Вот, было очень здорово, было много детей, маленьких девочек, вот, все радовались. Выховывали что... леди уже с малочку. Да, да. Я хочу сказать, что вот почувствовался очень такой огромный заряд позитива, радости, какой-то гармонии. Все прям вот уходили с улыбками с нашего мероприятия. Так что я считаю, что цель выполнена, как бы праздник удался. Дівчата, на ваших сторінках у соцмережі було написано, що приходити на цей флешмоб необхідно у сукенках, у спідницях, обов'язково це має бути не міні-спідниця і ніякі штанці. Да, ну никакие штаны там и, возможно, мини-юбки, ну так не раскроют, да, женственности. Вот, когда девушка одевает длинную юбку или платье, она уже выглядит как принцесса, как королева, сразу осанка выпрямляется. Вот, поэтому, да, дать возможность себе почувствовать себя именно этой принцессой, женственной, нежной. Уже 8-й раз проходит цей флешмоб международный. Як ви про нього дізналися, як взагалі виникла ідея організувати таке дійство на Миколаївщині? Я підписана на розсилку від Ольги Валяєвої, да, про яку я вже говорила. І мені просто прийшло письмо, в якому було вказано, що от буде флешмоб, і багато-багато міста вже підключаються, ищіть свій міст в списках. Тобто я нашого міста не знайшла. Сначала даже расстроилась, потом у меня сразу как бы пришла вторая мысль, что почему бы и нет, нужно организовать, потому что организатором может быть любой человек, нужно просто сделать группу в соцсетях, вот, и как бы уже там со временем подключаются все остальные люди. Я хочу сказать, уже самый первый день подключилось очень много людей, мне многие помогали, и на самом деле организовать такой праздник было очень легко.
Я очень рада тому, что подтянулись девочки, люди, которые помогли. У нас были бесплатные фотографы, которые устроили там целую фотосессию для всех участниц флешмоба. До речі, про фотосессию. У нас есть фотографии, которые мы бы хотели показать нашим телеглядачам, а вам пропонуем их прокомментировать. Тож, дивимось на фотографии. Да, здесь мы собирались на Соборной площади с девчонками. Вот, начинался наш флешмоб со всеобщей молитвы о мире во всем мире. Вот, и мы собирались перед часовней на Соборной площади, вот, все с шарами, с цветами. Далее мы пошли от Соборной площади по улице к Каштановому скверу и дарили проходящим женщинам цветы. Здесь вы можете видеть искренние улыбки, такую неожиданную реакцию девушек, девочек, вот когда к ним подходят незнакомые люди и просто дарят цветы. Некоторые даже боялись, когда им вручали цветы. Я хочу сказать, что это действительно великая миссия – нагадать женщинам про их первое призначение – быть нежной, быть жіночною, быть берегиною. Да. Мы знаем вас не первой, Антоніна, и за нашими знаниями вы действительно справжня леді. С Юлією познайомились нещодавно, навазився також, розумію, що ви справжня леді, дівчата. Як це в такому світі, в бурхливому сучасному суспільстві, залишатися дійсно жінкою? А не жінкою в штанцях, яка бігає і собі виховує чоловіка? Я думаю, що це просто з рождіння. Дівчинка повинна знати, що вона будуща жінка, і от ці от штани, ці джинси, превращати свою женственность, свою женскую энергию, в ничто, как бы, очень грустно. Да, я хочу тоже добавить, что сейчас есть очень много информации по этому поводу, да, как развивать в себе эти качества. Что самое интересное, в девочках уже это все заложено с рождения. То есть нам не нужно ничему учиться, нам нужно просто развивать в себе эти качества, не забывать о них. И сейчас очень много книг, вот книги Ольги Валяевой, замечательные, просто бестселлеры, их все читают и меняют свою жизнь к лучшему, девчонки. И таких книг очень много на сегодняшний день. И девочки даже во многих городах собираются, такие как школы, клубы женские, вот, и совместно развивают себе эти качества. Это очень легко на самом деле и приятно, особенно когда видите результаты этого труда. А чи не плануєте ви відкрити таку школу справжніх леді у нас в Миколаєві? Мне уже задавали эти вопросы, да, на флешмобе, я думаю, что все-таки стоит. Вот, к Юле тоже многие подходили, мы хотим танцевать, учиться бальным танцам, поэтому я думаю, что это в планах, да, вполне реально. Отож, ми сподіваємось разом із нашими телеглядачами, що дійсно всі мрії будуть збуватися, і ви зможете таки нагадати нашим жінкам миколаївським, що ми дівчата, і нам необхідно залишатись жіночними. Дякую вам, що прийшли сьогодні, дякуємо Спасибо. За вашу таку місію. Дякую.